22-й год. Живите, как получится. Отчаиваться не надо. Знаний достаточно у вас у всех. Сегодня столько информации. Никому не желайте плохого. Ну и помните, не рой другому яму, сам в нее упадешь. В марте поговорим о женщинах. 1 мая день весны, потом лето, потом опять осень. Итак, не спеша, будем идти тихо, если не будет войны. А если будет война, то победим. И каждый получит свое по заслугам.